Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анит Зук, и сегодня мы проведем битву двух эпичных персонажей в игре Soul Calibur 6. Это у нас Танос и Кратос. Два таких сильных товарища, которые просто должны были схлестнуться вместе. Стиль за Соломеля и Астерота. Ну, в общем, почему за Соломель? Сейчас увидите, да? Как бы Танос это... Видите, он тут использует косу, вроде как бы в фильме такого не было. Но есть одна фишечка, если он ее использует во время боя, то вы это поймете. Я сразу понял, почему они его сделали. Вон, перчатка бесконечности у него какая-то там одета. Напоминаю, ребят, что дерутся боты. Я не знаю, чем закончится эта битва. Вы пишите в комментариях, за кого болеете. За чувака с косой или за чувака с огромным топором. Кратос тут как будто бы вроде бы молодой, с одной стороны. Но с другой стороны у него здесь топор, как раз таки, из последней части, получается. Как в игре нет такого оружия, как вот клинки Афины. Как из старых частей God of War. В общем... Махши пошла. И Танос уже почти закончили жизни, но он продолжает прессить Кратоса. И нет, Кратос выигрывает первый раунд. Ого! Был мощный удар, он бы и так вырубил Таноса, но он еще и сбросил его с арены. Так, битва 2. Что ж, издалека Кратос, кстати, довольно-таки неплохо похож. Танос, кстати, тоже. Единственное, что там бороды не хватает эпичной. В этот раз, смотрите, наоборот, Танос тащит. Очень нехило тащит. Пробивает Кратоса и уничтожает его. Счет 1-1. Ребят, не забывайте ставить большой палец вверх, если вам нравятся такие противостояния разных эпичных персонажей. И пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть еще в следующих боях. Усиление включил Кратос. Ярость твою, так сказать. Парирование сделал. Да, если бы такой топор был у Кратоса в God of War 4, там бы просто все плакали, все валькирии. Так, и косой своей опять-таки Танос уничтожает Кратоса. Счет 2-1. Начинается оверхенд косы. И еще Кратос бьет в землю, поднимает вверх Таноса. Опять ответочка косой. О, вот, смотрите. Смотрите ульту. Вот оно, вот оно. Щелкнул пальцем, и Кратосу хана. Щелкнул пальцем, вот эти как раз перчатки бесконечности. Это прям очень эпично смотрится. То есть, реально этот стиль ему дали именно из-за этой ульты, ребят. Дурачина. Дурачина, ты пошел не против того. Ты должен был биться вместе со мной, там что-то типа того, да, наверное. Ну что, ребят, вот так вот закончилась битва Кратоса и Таноса. Не знаю, на кого вы ставили. Вот, но, в общем, Танос победил. Ну что ж, я жду от вас в комментариях персонажей, каких вы еще хотите увидеть. Возможно, я найду, скачаю еще новых персонажей, которых у меня пока нет. Но то есть, их много-много появляется. Так что вы пишите, там, фантазию применяйте, каких противостояний, каких персонажей вы хотели бы увидеть. Если они найдутся, то я сделаю, если действительно это будет интересно. Ну, на этом у меня все. С вами был Анит Зука. До новых встреч!